познакомилась сначала с Яниными постами в 2018 году. Я у одной из моих подруг по контакту, которую я лично даже и не знаю, просто на странице увидела пост Яны, я прочитала. Я ничего не поняла, но что-то меня зацепило. Я не знаю, что. Мне стало как-то странно, что я не могу понять то, что написано. И вроде написано нормальными словами обычными, но почему-то не доходит до меня, что там вообще, какой смысл. Но что-то держит, вот именно держит и не отпускает. Я пошла, естественно, на страницу Яны, стала читать другие посты, и вот с тех пор, в общем-то, я читаю постоянно Янины посты и жду их, потому что сейчас они для меня очень понятны. Мне кажется, что они очень кристально прозрачные. И немножечко смешно от той меня, которая впервые это прочитала и не смогла понять. Но все-таки зацепила. А вот что зацепило? Видимо, что-то настоящее. Я просто чувствовала, что это что-то настоящее. То, что может мне помочь вылезти из моего ментального болота. Я действительно была в тот момент очень сильно отождествлена со своей личностью. И, естественно, как любой спящий человек, испытывала только страдания. И я поняла, что с помощью Яны я сумею вылезти оттуда. Основное, что поразило меня в информации Яны, это то, что она не говорила, что кто-то лучше или кто-то хуже. Она говорила об отдельности и об ответственности самого человека за то, что происходит в его жизни. Это меня больше всего поразило. Я действительно поняла, что вся моя жизнь, в принципе, зависит только от меня. Что я особо не углублялась ни в какие учения, я вообще эзотерикой сильно не увлекалась. Никогда серьезно этим не занималась и не интересовалась ни эзотерикой, ни психологией особенно. Просто, когда тяжело стало, жизнь заставила разбираться. А что вообще у меня происходит? А вообще, кто я такая? И кто это все сделал? И почему? Почему я должна вот через это все проходить? Почему у меня не получается? Ну, я могу сказать о том, что Яна действительно очень настоящий человек. Когда ее слышишь, чувствуется, во-первых, тепло от нее. От нее не чувствуешь равнодушия. Ты понимаешь, что этот человек действительно вникает в твою ситуацию и видит тебя полностью. Видит, где твои ошибки, и может направить в нужное русло, как эти ошибки самому исправить. Яна очень чутко и очень точно знает, как подсказать, куда обратить свое внимание, и ты уже сам в состоянии справиться с этой проблемой. Это у нее замечательно получается, я даже не представляю, каким образом, но она правда действительно видит. Она видит все абсолютно. И ее советы настолько действенные, что даже вот после первого применения ты сразу чувствуешь результат. И еще что я заметила, эти советы работают не одноразово, то есть их постоянно можно применять. Это не какая-то случайность, это действительно система, самая настоящая система. Нужно просто следовать ей. Что уникальность в том, что, во-первых, она совершенно не вмешивается, и ты можешь выбирать, следовать этому совету или не следовать. Плюс она никогда не обманывает. Она просто есть правда, и все. И потом она очень часто приходит на помощь, когда видит, что я начинаю тонуть. Она это сразу ощущает, и на самом деле я даже не прошу помощи, но она это чувствует и сразу корректирует меня. Хочу сказать отдельно и выделить голос Яны. На самом деле он очень четкий, отчетливые слова, и в них очень много уверенности и знания. То есть человек, который их произносит, действительно знает, о чем говорит. То есть это как от сути идет. И на самом деле я очень часто включаю ее записи и переслушиваю их, потому что они мне действительно помогают настроиться на сущностную частоту.
Еще я хочу сказать о том, что когда слушаешь записи Яны, то обнаруживаешь, что они очень многослойные. При первом прослушивании они производят впечатление, и ты вытаскиваешь для себя оттуда что-то ценное. Через некоторое время, когда ты переслушиваешь эту запись, ты с удивлением обнаруживаешь, что там есть еще что-то, что ты упустил при первом прослушивании. И первое время меня это очень сильно удивляло. Я думала, как же так? Я же сидела и внимательно все слушала и воспринимала. А теперь оказывается, что я очень много новой информации оттуда вытаскиваю. При последующих прослушиваниях происходит то же самое. С каждым разом ты как будто на один шаг к своей сути ближе становишься. Хочу сказать особенно об энергетике Яны. Когда общаешься с Яной, ты понимаешь, что это какой-то бездонный источник энергии. После общения с ней ты понимаешь, что ты получил оттуда действительно очень много энергии. Это меня всегда удивляло, и за это я очень благодарна Яне, что есть такая возможность общаться и получать какую-то подпитку, просто даже чтобы жить дальше. Я очень благодарна за те ключи, которые получают Яны. Они взаимосвязаны между собой и подходят только к определенным дверям. И на самом деле они раскрывают то, что происходит с человеком. При их применении раскрываешь ту область, которая была закрыта для тебя полностью. С ее ключами ты открываешь и все очень ясно видишь. Все очень четко видишь, и как только ты раскрыл, увидел четко, эта проблема уходит. Невозможно переоценить значение тех ключей, которые можно применить в жизни. Я могу сказать, что до встречи с Яной это был просто ужасно депрессивный человек, который никак не справлялся со своими проблемами. Депрессия настолько душила меня, что попала в больницу, меня парализовала. И после этого случая я наткнулась на пост Яны. И я понимаю, что это мне нужно. Вот сейчас в практике за эти 4 месяца я действительно продвинулась по-настоящему. Я, конечно же, еще в самом начале пути, но уже совсем ничего общего не имею с той Леной, которая была до знакомства с Яной. Я, конечно, испытываю временами неположительные эмоции, но благодаря ключам Яны, ее советам, я уже знаю, что я могу с этим справиться. На самом деле, когда происходит что-то неординарное, ну, какая-то ситуация определенная в жизни случается, если бы это было раньше, то, ну, недели две депрессия обеспечена. Сейчас это буквально какой-то мгновенный всплеск, то есть ты ощущаешь эти эмоции, какие-то переживания душевные, потом раз, и все, ты выровнялся. И ты понимаешь, что это вот просто вот эта вот волна, которая сейчас немножко прошла, брызгами тебя обдала, и все опять ровненько. Я очень хочу поблагодарить Яну за то, что она случилась в моей жизни. На самом деле я просила. Я просила, чтобы мастер, настоящий мастер, появился в моей жизни. Я действительно нуждалась в нем. И действительно просите, и вам будет дано. Я очень рада. Я просто действительно рада настолько, что даже сказать не могу. Передать это, что Яна появилась в моей жизни и провела меня через очень трудные периоды моей жизни. Благодаря ей я сейчас даю это интервью.